Еще 10 и 11 сентября в Элисте пройдет степной фестиваль культуры и спорта «Кони ветра». Как сообщает Агентство по развитию туризма Калмыкии, фестиваль призван познакомить гостей с традициями калмыцкого народа, их творчеством и ремеслами, а также повысить туристическую привлекательность региона. На площадке фестиваля, расположенного в Сытичес, будут проходить мастер-классы по тудубичик, стрельбе из лука, национальной калмыцкой и монгольской борьбе, изготовлению флажков, воздушных змеев, оберегов и четок из семян лотоса и другие активности.